Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir, второй сервер, все как всегда. И сегодня мы будем открывать вместе с тобой гаражи на этом сервере в честь Нового года. Ведь этот видос был записан еще до Нового года, где-то в середине декабря, но никак не доходили руки его смонтировать. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня проходит новогодний конкурс в честь Нового года, как бы и всех новогодних праздников. Что вам нужно? Во-первых, заходите в видео, вот ищите вот такой видос, такой вот превьюшки, заходите на него. Здесь мы проводим конкурс на 5 серверах на 25 мест, где есть и CCD, и Смотра, и МТА, и GTA 5, и Redmir, и Дева. Все, что вам нужно, это поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий. Потом переходим по ссылочке в описании в мой ВК. И репостим запись конкурса, в котором мы хотим участвовать. Вот здесь читайте внимательно, потому что здесь написано Dev Project, например, CCD, Planet MTA, CCD, Planet GTA 5, Redmir и Смотра. И просто копируем, и все. И вы буквально за 60 секунд становитесь участником конкурса и сможете выиграть годные призы. А какие призы, вы уже посмотрите в ролике. Ссылка на конкурс будет в описании этого ролика. Удачи! Ну что, как всегда, видос из гаража — это чисто вырезки моментов, когда мы покупаем тот или иной гараж, либо моменты угарных моментов. Вот это сказано, конечно, вообще мощно. Короче, смотрим и в конце подведем маленький итог. Давайте так, если этот ролик наберет очень огромную активность, мы откроем X, либо очень много-много-много контейнеров. Может, 100 лайков и стрим по открытию гаражей? Вот это мне будет лучше всего, кажется. Так что давай, погнали. Ну давай не 100, 80, ладно, 8. Что, наконец-то, спустя 15 минут я открою первый контейнер эконом? Есть, открыл. 10500. Двенашка, матовая. Всем на хроме падала, мне на мате. Окей. А, без ключ, полицейский. Но это окуп. Это окуп. Так, начинаем мы уже неплохо. Надеюсь, продолжим так же. Я бы не открывал, мне просто контент нужно записывать и все. По таким ценам это капец. Хотя они были и по 20, и по 25, и по 30 я видел. Блин, она так начала открываться, я уже подумал, фантом выпал. Ладно, информация ТС, Страбы и Эбу. Это пиздец. Это минус 10 тысяч. Но так как у меня мест нету, давайте его лучше продам в год за 3300. Хотя там было еще где-то на косарик. Ну и пофиг. Нам нужны места, мне 3 места всего лишь осталось. 15925. Последняя ставка. Вот реально, это капец. Это в сколько? Это в 5 раз больше, в 5 раз больше. Но я буду надеяться, что мне выпадет штора. Сейчас я вон слил 300 тысяч, и так и штора ему не выпало. Потому что сегодня такой день, мне кажется, когда штора не выпадает. Хотя сейчас тринашка выпала. За 200. Без ключ. Нитро. И радар. Это неплохо, это плюс-минус те же деньги и вышло, даже окуп. Это неплохо, это плюсик, это нормально. В итоге, что у нас сегодня по дропу? Успели мы за час открыть 3 контейнера, потому что это оверпрайс капец, и нам выпала двенашка купая. Желтая, матовая. Какой номер? NMT-426. И тринашка. На каком номере? KSR-266. Говно. Ладно, едем в БУ по классике сливать. Ну что, мы приехали как бы сливать наши автомобили. Самое время как бы вернуть наши бабки. Ну, по факту мы должны быть в плюсе тысяч на 5, на 10, не больше. Значит, первая у нас уходит двенашка. Оп. 13 тысяч щуинга, 3 тысячи сливаем. И вышла она где-то нам в ноль. А, на штрафы, да? Как всегда. Попытка номер 2. 3 тысячи. Тац. Продать. Продать. 16 тысяч улетело, раз. И, ну, где-то мы в нуле. И тринашка нас где-то в ноль тоже выведет, я думаю. И сколько... А, здесь даже больше, здесь даже не ноль. Здесь даже плюс 5 тысяч, но по факту мы в ноль не ушли, я думаю. Потому что мы там еще тачку открыли за 15 тысяч, она в минусе. Короче, говно сегодня. Надеюсь, завтра будет лучше. Ты чувствую, когда попросил в Эльнапа скин проститутки. Просто ору. Я не подстрекатель, но отсюда выпадает новый гелик. Поэтому я куплю. Либо говно какое-то. По типу X5, X7. М8. 102 тысячи. Бля, вот скамит. Минус 50 тысяч.
Охуенно. А, я не подстрекатель, опять в том же месте. Не, ну это судьба, это надо покупать. Сейчас все бабки здесь солью, отвечаю. Бля, а конкурс потом что будет делать? Не, ну не может быть в том же месте опять контейнер через один. Это судьба, я отвечаю. Сейчас гелик выпадает вообще столько, блядь. СКП. Первая тачка, кстати, СКП мне не выпадала. 108 тысяч, страбы. Угу. Пневма и рекподвеска. Ладно, 5 тысяч заберем. Да ну ты шо? А, блин, это уже пятый. Ты шо гонишь, типа, в одном месте, я думал, уже третий раз. Не, ну это бред. Давай, третий раз должно. Взял цену специально, набил. Как, в принципе, как и всегда. Ой, бля, ну дай бог, чтобы здесь что-то выпало. Давай по реакции, я не буду смотреть. Блять. Пневма. Это пиздец. Гелик новый. Ну, по-братски, хотя бы что-то в плюс. Не, пацаны, до свидания. Сегодня я прекращаю. Да нет, ты же гонишь нитро и пневма. Ну что, был рынок, привет. X7. Спавним. Знаете, еще не хватает ролика, просто пойти в казино, слить свои оставшиеся бабки, на которые я хотел сделать конкурс. И все, даже номер никакой не выпадает. 96 тысяч. 10 тысяч тюнинга, выходит там 106. При потраченных 156 тысяч, да, сколько? 156 мы посрали. 2x7. Да. Это говно из говна. 96. Еще минус 50. И что там? А, СКП еще, точно. СКП не на глянце, даже на сток цвете, да? Или на глянце? Не на глянце, хоть на глянце. Вах. Вах-то вах. 108 тысяч, 6 тысяч, 114. 140 тысяч минуса. Охуенно. Не, даже больше, каких 140? Я приходил, у меня было 620 вроде. Да, у меня же, я еще тачку там продал. Блять, точно. Кстати, можно будет записать видос, где будем покупать только средние по 75 тысяч. Нам будут выпадать тачки, которые стоят где-то 50, 60, 120 тысяч минуса. Но большая вероятность того, что тебя никто не будет перебивать, и ты словишь тору. Должно повезти. Я не верю. Сейчас еще RX-7 или S2000. Слива, точно. Как я про нее забыл. Стробоскопы. Не, нитро. Не, пацаны, это... Не. Это херня. Не, спасибо. Сегодня я... до побачення. Я не хочу сегодня все сливать. Я знаю, как это все происходит. Поэтому лучше я сегодня отойду. Интересно, какой даже номер на Сильве выпал. Это что, у нас обычный цвет или глянец хотя бы? Ну, номер говно... Это обычный цвет. Номер ТСО. Говно с говна. 9000. 14500. Ну да. Ну да, но хотя бы минус 14 тысяч, а не 50 сразу. Чтобы вы понимали, следующая часть видоса, ну буквально 3-4 гаража, будут открыты с озвучкой моей в реальном времени. Вы можете спросить, почему? Я вам расскажу, что я пошел в гости, и так как 3 дня был минус на гаражах, все, кто ходит на гаражи, понимают, что сейчас будет плюс и будут падать шторы. Меня тут позвали в гости, я не мог отказать. В итоге что? Я взял ноутбук с собой и пошел открывать гаражи прям там. Смотрим. Ну что, пацаны, первый гаражик, сколько там, 15 тысяч. Давай, погнали, 124 нам выпадает. Такой фиолетовый, блин, сразу текстуры не то. Стробоскоп реально, пиздец. Я так запарился и выловил 124 за 3600, ну ё-моё. Второй лот это за 15 тысяч опять экономим, нам выпадает желтая двенашка. Вчера, или не позавчера выпадала хоть на мате, сегодня просто на глянце. Ой, говорю, на глянце, обычный цвет, исток, полицейский, стробоскоп, говно, короче. Ну ладно, заберу, потому что там мелочи, там на косарик, думаю, насоберется. Так, 151 500 ставим и ждем 15 секунд. Я надеюсь, сегодня мы его хотя бы с вами откроем. 3, 2, 1, погнали. Блять. Серьезно, гелик выпал. 96 тысяч, информация ТС, нитро. И все, и просто ничего. Главное, что перед этим выпал Димона на шторе, тоже такой. Ладно, заберу, потому что нитро 5000, нормально. И
15 256 долларов. Не люблю такие ставки, что пипец. Открываем, но выпадает тринашка матовая такая. Вернее, там не матовая, а мятная. Клоунский, пневма и стробоскопы. Ну, заберем, пусть будет. Я приехал сливать вчерашнее говно, которое мне выпало. Не, ну это пиздец. Это сколько я уже в этой серии? 1300 слил, мне кажется. Я думаю, где-то да. 96 тысяч просто. Ну как так можно? Что за, блядь, за черная полоса, на? Что за черная полоса? Тринашка ебучая. Лакров, да, ролик, тебе привет. Энтайн тебе тоже привет. 300, 3000, вернее, и 900 долларов. Охуенно. И еноту привет. Хотя бы привет его передаю. Блядь, ладно бы еще какие-то номера выпадали, которые ничего не знают. Хотя бы как-то мне развеселить. Но мне же выпадает полнейшая поебень. 200. Сколько у меня там? 1300, наверное, даже не будет. А, 389. А, сотку я вчера слил еще. Не, пацаны, сегодня последний день, когда я иду на эти гаражи. Ну, конечно, ладно, если этот ролик наберет каким-то чудом 100 лайков и там хотя бы 1000 просмотров, то я еще подумаю, идти второй раз или нет. Маналья, если идти, то реально на экс, потому что там есть прям шанс выбить что-то, по типу Чирона, СС-а, Чирона, либо Дива, ну, либо уйти в минус на этом Роллс-Ройсе. На Роллс-Ройсе выходишь ты в минус 300 тысяч, а заработать, если тебе повезет, тебе выпадет Дива, ты можешь заработать как бы очень много. Бля, почти открыл за 18 тысяч, зачем выходить? Ебань! 25 на стробах. В принципе, продаю. Зачем нужно? 15 500. Что, наконец-то мы сегодня купимся? Ага. RX-7. Угу. Без ключ, пневма, гудок и абу. Ну, хотя бы окупились немножечко. Так что забираем. Сука, я надеялся так на этот. Бентли. Рама, штора. Одна есть. Я прям чувствовал, вот прям я подхожу к контейнеру и чувствую, что здесь что-то есть. Вот такая теплая энергия происходит от него. Прям, ну я не могу объяснить. Я здесь уже все пальцы сбил просто. Пока открывал. Давай еще одну штору, я буду угорать просто подряд, давай. Сигнал поезда, блядь, нихера нету. Ладно. Но я не хотел просто ему давать, не жалко. Я с этого кейса выбивал когда-то Феррари на шторе. С-купе. На шторе? Хорош. Без ключ. Страубе. Эбу. Такое. Это третья тачка вроде, да? Ты знаешь что, сливаем мы первую. Это Mazda RX-7 800. Ну, хотя бы... О, Димон, кстати, смотри, какие карты красивые. 10-200. Это сколько я за 18 вроде взял? 23, но немножечко в окупе. Окей, следующее. Еще у нас, надеюсь, меня завтра скинет за байн, который здесь ездит. Панамера 4-4-0. Ну, что-то более-менее сегодня сыпется. Хотя бы по номерам. Фук, 4-4-0. Сливаем 108 тысяч. И еще 125 за штору. Хотя бы первая штора в этой серии. Я не могу сказать, что это охрена. Не могу сказать, что это плохо. Не, это плохо, да, 100%. Вот, и сливаем скупа. Кстати, очень красивый цвет. Очень красивый. Еще хромовый. Да ладно. Короче, да, не 108 тысяч. Но сегодня я в окупе. Сегодня. Но не за все время. Двенашка. На орех подвески, если прыгает вроде как. Без ключ. Не, просто без ключ. Как минимум в окупе. Оп, еще один. Дай мустанг или 34-й Skyline. Только не из 2000. Сука! Я надеюсь на шторе. Без ключ. Полицейский. Пневма. Я хоть не в минусе. Сегодня, знаете, более-менее видос такой, более-менее день открытия гаражей, шторы падают очень часто. БДшки падают, пневмы, нитро. И сейчас 34-й Sky. Блять, RX-7, ну ёбаный в рот. Можно на шторе? Пневма. И все, бля. Минус 20-ка.
Буду искренне надеяться, что тебе выпадет что-то. Я тоже буду надеяться. О, 34-й Sky, я говорил, что он сегодня выпадет. Блять, на заглушкин. Что ж ты скамишь так, а? У меня вроде мест больше нет. Honda S2000, первая полетела. Спамся. БД там что-то нападало нам. 27-350, ну да, я не в окупе. Минус 2500 там. Skyline. Ну, Skyline это окуп, это на 10 тысяч окуп. Как бы. Первый мой Skyline на Радмире. ХМК-420, ну такое. Т4-200. Оп, улетел. 39-125 улетел. И последнее, что у нас осталось? Это 12-ка купе. А, не помню, что-то на БД там вроде было. Да, я, короче, в минус. Да, я в минус. 3000. У меня было... Да, я в минусе. У меня было... Да, на, где-то на 20-ку я в минусе, сука. Там Дива, блин. Дива? Да, Дива, ёпта. Кому? И у меня было ровно лям 21. О, у меня больше, ёпта. Кому? За лям 60, бро. Я не помню, честно слово. Там либо Валентина, либо, честно, Дива. Не помню еще. Охуеть. Ну, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Я надеялся, что в честь Нового года мне как-то подкрутят. Ладно, не подкручивают здесь. Я надеялся, что мне повезет, выбьем хотя бы пару штор. Ведь мой рекорд — это одна штора за один гараж, как бы, за одно открытие гаража. Хотя там пацанам по 2, по 3, по 4 штори падали. Напиши в комментариях, как тебе это открытие. Напиши, что с тобой случалось в последнее время на гаражах. Цены выросли пипец. Нажми на лайк, помоги продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про подписку, ведь наша цель 10 тысяч подписчиков к концу этого года. Давай подписывайся, красная кнопка внизу, делай ее серой обязательно. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну а у меня на этом все. Всем желаю удачи и всем пока. Я чуть не так сказал. А у меня на этом все. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока. А это про точно.